В антракте музыканты уже входят в настроение сенсанса. Кокетливая шуточная вещь «Карнавал животных» впервые прозвучала в Париже, в доме певицы Полины Виардо. Портреты осла, слона, льва, антилоп или рыб в аквариуме композитор списывал с ближайшего окружения. В две руки на роялях Ксения Башмет и Милош Михайлович поддерживают солистов Москвы, и где-то в середине карнавала свой альт берет маэстро. После бурных оваций он повторяет исполнение «Лебедя», которого с юмором называют «прокуренным». «Учитывайте возраст», — говорит, — «вес в музыкальных кругах, конечно». И слушайте, это очень красивый, немного хрипловатый и авторитетный «Лебедь». На бис они исполняют финал, в котором каждому персонажу Сен-Санс дает высказаться. Милош Михайлович, звездный пианист из Сербии, тоже берет слово. За кулисами делится впечатлениями о первом дальневосточном фестивале классической музыки. This is my first time in this wonderful city. Я не успел, к сожалению, говорит музыкант, побывать там, где хотелось бы. Хабаровск – красивый город, любая прогулка по центру поднимает настроение. Но слишком много репетиций, и я рад быть солистом такого фестиваля. А находиться рядом с Башметом – уникальная возможность. И пусть мне завидуют коллеги. Красивый фестиваль. Надеюсь, я приеду в Хабаровск и в следующем году. Финальный аккорд – цветы, любовь, публики, которую не обманешь. Хабаровск ждет главного события фестиваля. Третий день откроется альтовым концертом «Шнитке», созданным специально для Юрия Башмета. Ольга Катренко, Сергей Шульга, «Вести культура».